Всем привет! Это программа «Алло, гараж» на канале АБОЦ ТВ. Поехали! Итак, коротко о некоторых итогах первой рабочей недели нового 2016 года. Медленно, но уверенно страна возвращается к обычному ритму жизни после новогодних и рождественских каникул. We don't need now education. Несмотря ни на что и вопреки всему. Значимых событий, откровенно говоря, не густо. Поэтому топ-тройка новостей уходящей недели, ну, по версии нашего гаража, составленная на основе информационных выпусков на отечественном ТВ, выглядит так. Мы будем жить! Нет, мы умрем! На первом месте с огромным отрывом надвигающаяся на Украину эпидемия гриппа. Общая тональность новостей на центральных каналах по этому поводу выглядела примерно так. Как результат, наши люди с завидным рвением ломанулись в аптеки затариваться таблетками, марлей, микстурами. Фармацевты рукоплещут, а Минздрав продолжает нагнетать страсти. Вы все умрете, умрете, проще говоря, проще говоря, мне очень жаль. Закономерный финал процесса таков. Во всех школах объявлен карантин. Детвора снова на каникулах. Прощаю, учеба. Привет ВКонтакте, Одноклассники и World of Tanks. Дети, уроки отменяются! Топ-новость номер два – цены на нефть. Не у нас, а за бугром. Но нас этот вопрос почему-то особенно остро волнует. И при этом абсолютно не волнует другой вопрос. Ну почему, если цена на нефть падает, цена на бензин остается прежней? Где логика? Это что, не ясно? Это не ясно, что ли? Да вы о чем? О чем вы? Ох, вы хитрец. Ну да, примерно так выглядят версии, которые по этому поводу в телеящике озвучивают всяческие энергетические эксперты. Дескать, ну нет прямой взаимосвязи между ценой на нефть и ценой на бензин. А если и есть, то снижение цен на топливо произойдет не ранее, чем через несколько месяцев. Хотя еще 5 лет назад, когда цена на нефть росла, такие же точно эксперты именно этим объясняли рост цен на топливо. Причем тогда цена росла одновременно и на нефть, и на газ, и на бензин. И тогда это воспринималось как само собой разумеющееся. А оно вон как. Оказывается, нет и не было прямой взаимосвязи. Мы же в мультфильме что хотим, то и делаем. Как-то оно так, оно как-то не так. А, ну тогда, конечно, тогда другое дело. Но в таком случае, кто тогда объяснит причины неуемной радости общества по поводу снижения стоимости того самого пресловутого барреля? Что ждет нас за поворотом? Ну что там? Луч света? Или черный коридор? Ну, допустим, нефть упадет до $10 за баррель. Нам-то что с этого? Наш бубновый интерес во всем этом деле, он как выглядит? Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. Ну да, ну да. Это, конечно, многое объясняет. Если верить логике отечественных пропагандистов, если воспринимать их прогнозы всерьез, то уже к концу года Арабские Эмираты начнут за бесценок распродавать имущество шейхов и нефтяные вышки, а следующим этапом станет всеобщее благоденствие. В общем, ждем. Хотя, в принципе, спасти бизнес нефтяных магнатов можем мы, если поможем кадрами. Ну, вы уже в курсе. Оказывается, один из лучших экономистов современности и потенциально лучший банкир мира – наш человек. И это третья топ-новость этой недели. Surprise, motherfucker! Итак, президент на своей первой в этом году пресс-конференции сообщил, что, оказывается, рядом с нами живет и работает кандидат на звание лучшего главы Центробанка в мире – Валерия Гонтарева. Присоединяемся к поздравлениям. Хотя, если честно, то нужно признать, Валерия Алексеевна кое-что все-таки не доработала. Вот если при ней курс бакса поднялся хотя бы до отметки в 200 гривен, то смело можно было бы претендовать на звание «Лучший банкир галактики». А то каких-то всего 300% за каких-то 1.5 года. Но, впрочем, все еще впереди. Вы будете счастливыми. Мы сделаем вас счастливыми. В общем, судя по всему, Гонтарева остается. Как, впрочем, остаются и многие из тех министров, о которых еще вчера те самые эксперты говорили, как о потенциальных кандидатах на вылет.
Хотя нет, эта обещалка звучала до принятия бюджета. Ну, чтобы хоть как-то сохранить хорошую мину при плохой игре. Дескать, сначала поделим бабки, а потом выкинем весь балласт. Вот этого вот всего не будет. Будет намного вот лучше, как бы. Серьезно. Вот того, что было, не будет. Будет то, что вот серьезно, в натуре. Но после того, как бюджет был принят, на флаг снова была поднята тема. Мы одна команда. Коалиционные ряды крепки. Реформы идут. В общем, нормальный расклад. Традиционный. Surprise, motherfucker. Ну и последнее. В это воскресенье Украина официально прекратила товарооборот с полуостровом Крым. Ключевое слово здесь – официально. Хотя, судя по риторике последних месяцев, должно было бы фигурировать слово «полностью». Предположить, как будет выглядеть неофициальный товарооборот, несложно. Достаточно посмотреть на караваны контрабаса, идущего в оккупированный Донецк и Луганск и обратно. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Не хочу показаться пессимистом, но что-то мне подсказывает, что уже скоро и там, и здесь появится не один десяток фирм, которые обуздают эту тему. Тему обхода официального запрета товарооборота, и все желающие торговать услышат классическую фразу. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будет. Ну, так кто не захочет ходить по новым правилам, того ждут проблемы. Политика политикой, а бизнес бизнесом. Деньги, деньги, все ты решаешь, а деньги, деньги, любить нам решаешь. Ладно, поживем, увидим. А у меня на этом все. Это была программа «Алло, гараж» на канале Абуз ТВ. Итоговый выпуск. Скоро увидимся. Подписывайтесь, чтобы первым видеть новый выпуск. Распространяйте, если понравилось. Ну и комментарии тоже можно оставлять. Пока.